Добрый день. Сегодня мы обезьяны. Ну что, всем привет! Вы снова на моем канале. Сегодня у нас будет сладкий мукбанг. Мы будем пить чай с круассанами. И сегодня мы сравним 4 кондитерские. Будем сравнивать, какие вкуснее. У нас опять хомяк. Хомяк уже не возвращается вторые сутки к нам. Это еще с прошлого. Ой. Ты мне прямо это с прошлого видео. Я сегодня принцесса единорог. Да, сегодня принцесса единорог Авигея. Я папа Артём. Папа Артём и мама Яна. Давайте я расскажу, откуда какие у нас круассанчики, и мы начнем их кушать, потому что они очень выглядят аппетитно, и мы уже очень сильно хотим их кушать. Мы их сейчас разрежем, посмотрим начинку. А потом я объясню, почему мы сделали выбор именно такой начинки. Это у нас такой бейкер. Тут миндальный и малиновый. У них цена 75 идет миндальный, малиновый 70 рублей. Это идет пастель пекарня. У них два круассана стоят 180 рублей. Это, по-моему, клубника малина, а это фисташковый. Очень красивые, кстати, у них. Но посмотрим, прости, творог задел. Посмотрим, какой на вкус. Не все красиво, у нас вкусно. Потом у нас идет мингер. Это для нас новое, мы никогда здесь ничего не ели. У них идет миндаль и фисташка. И у них цена миндаль у нас 80, вот это вот, а фисташка у нас 90, подороже. Это обычная пекарня. У нас сетик. Но у них даже нет инстаграма, то есть у них обычные самые. У них вкусно, но у них все попроще. Получается, что у них они 39, это со сгущенкой, и банановые, которые вот такой, с такой посыпкой, 48 рублей. Так, я предлагаю, конечно, их разрезать, посмотреть, что где внутри. Кто с какого начнет? Давай ты первого выберешь, а мы потом с папой будем. Ты какого хочешь? Так, ты выбираешь вот этот? Да. Yeah. Давай, это у нас мингер, и это фисташковый ты берешь. Давай, бери кусочек. Так, я вам сейчас покажу. Смотрите, они здесь прям, по-моему, как-то их сиропом поливают. Видите от них? Сейчас я покажу, как они у нас сочные. Там салфеточками. Ну, давай, будешь пробовать. Я все-таки хочу попробовать фисташковый. Это от пастель. Смотрим. Смотрите. Ой, он такой прям очень хрупкий, очень нежный. Смотрите, какой красивый. Ну, как тебе? Так, я начинаю кушать с этого. Он очень хрустящий. Давайте я возьму мингер. Он сыпется. С фисташкой. Вот так это выглядит. Он сочный, но не особо хрустит. Вот этот супер-мега хрустящий, нежный. И очень вкусная нежная начинка фисташковая. Мне очень понравилось. А тебе? Понравилось? Да, курил. Ты какой делал? Я взяла фисташковый. А ты какой делал? Вот это да. Я у папы спрашиваю. Это вкусно. Ну, я взял с фисташкой. Он пропитан сахаром. Что, тоже пропитан? Ну, не такой хрустящий, но сладкий, и фисташка присутствует. А меня не видно. Видно. Да там еще одни. Есть кусочки? Здесь еще фисташковая посыпка. Вот здесь вот. Да, вообще. Честно, я бы добавил больше начинки фисташек, но вот эта пропитка, она круассан делает похожим на пахлаву, а не на круассан. Вот этот мне понравился, я не буду его доедать до конца, чтобы попробовать другие, но пока он просто какой-то идеально божественный круассан. Хотя, когда я его резала, оказалось, что он какой-то суховатый. Начала его есть, и внутри вот это вот само тесто его, я даже так нарезала, прям оно очень, оно прям пышное, такое влажное внутри, а получается он просто хрустящий снаружи. Я тоже такой попробую. Так, ну я тоже хочу. Так, это у нас фисташка. Да? Да.
даже особо не хочется кушать другие. Сегодня мы выбрали именно такие начинки. Они более максимально подходят, чтобы Авигея тоже могла кушать. Потому что мы недавно сдавали анализы на аллергию, и у нас там немножко есть пищевая аллергия на некоторые продукты. Ну, это в основном молочек, арахис. Поэтому мы выбрали менее такие, скажем. Так, не буду я кушать пастель. Я очень люблю, признаюсь, пастель мы круассаны кушаем первый раз. Я очень люблю миндальный круассан, я всегда его хвалю в фольбейке. Я попробовала сейчас пастель, я просто офигела от этого круассана. Конечно, он стоит один круассан 180 рублей. Но я попробую Польбекер. Он все-таки стоит 75 рублей миндальный. Я его очень люблю. Здесь тоже довольно-таки много начинки. Он сверху с миндалем, тоже не хрустящий. Но сейчас это будет прям в сравнении, насколько он действительно классный. Пока я наест, вот однозначно этот вкуснее фисташковый, чем у Мингера. Потому что здесь начинки не пожалели. И круассан, он хрустящий, пышный и не такой, как пахлава. Я попробую. Ну, он стоит своих денег. Это шоколад такой. Это миндальный? Это шоколад такой, слушайте еще. Миндальный, кстати, в принципе, тоже вкусный. Уступает только тестом, потому что у пастели все равно какое-то тесто воздушное, пушистое такое. Ты его кушаешь, оно как будто у тебя тает. А мы ели даже фисташковые орешки, мы ели, да. Орешки. В общем, миндальные за 75 рублей, скажем так, то, что у него... Если бы он стоил 180, то да, действительно, он бы уступал. Но так как он стоит 75, он тоже, в принципе, идет как бы наравне, и он вкусный. Давайте попробуем обычный... со сгущенкой. По-моему, его даже пробовать не особо хочется. После. Вот такой. Вот столько тут начинки. Я понял, надо начинать с самых дешевых и заканчивать дорогими. Да, ну это как бы такой вариант. Попробуем. Куда? Так, напомню, это у нас кто? Польбек. Да, хочется еще раз... Блин, классно. Это как у 7 Days начинка. Да, у него начинка. Мне тоже получается, такой видите, она, я тебе вот дам. Она идет не просто там, а с чем-то сливочным еще. Вот это, я думаю, вкусно. Пусть, конечно, пекарня на меня не обижается, но не хочу доедать, конечно, их круассан. Когда просто ты идешь по улице и что-то такое перекусить, конечно, у них вкусные круассанчики. Смотри, сколько начинки. Угу. Просто. Я уже почти съела. Мега вообще. Я уже почти съела. А ты какой ешь? Сгущенка? Да. Я его сейчас попробую. Ты мне оставил это, да? Угу. Такой джем вкусный. Это какой побольше? Потом надо было с Польбекере сравнить, это потому что какой побольше? У них одинаковые начинки. Мы пробуем сейчас пастель. Нет, пастель однозначно. За что плачешь, то и получаешь. Да. Когда хочется именно вот что-то такого, не просто круассан, не просто тесто с начинкой. Когда хочется что-то такого. Мы микрофон не включили. Уже все съели. Что у нас тут был небольшой косяк, наверное, вы заметили по звуку. Мы забыли включить микрофон. А теперь он включен. В общем, продолжаю, что пастель тут однозначно на первом месте. А может там. Если вы хотите съесть не просто тесто с начинкой, а что-то большее, то обязательно берите. Так, где ты говоришь? Это Польбекер, да? Так, я попробую Мингера с миндалем. Нет, это Польбекер.
Польбекер опять? Вот это Польбекер. А, это Мингер. Да. Но опять же, вот второй их круассан, они сильно пропитанные и такие жестковатые. Да. Это Мингер? Мы хотели вообще эклеры. Но... Нельзя. Эклеры все покрыты шоколадом, да. Поэтому будем. С последних новостей коронавируса к нам в Тюмени привезли с Китая всех людей, которые не болеют коронавирусом, и разместили у нас в Тюмени. Наша реакция, в принципе, неоднозначная. Вроде мы и рады, что все-таки страна беспокоится о своих людях и действительно вывезла их. Мы Марину помещили. Да. Но и все равно каждый переживает за себя, как за личность, за своих детей. Все-таки и тоже ситуация такая двоякая вышла. То есть ты и вроде бы и рад, потому что, не дай бог, но если бы мы тоже оказались в такой ситуации, мы бы тоже просились, били панику, и тоже нам было бы все равно, куда бы нас эвакуировали, лишь бы нас оттуда забрали. Но и когда ты находишься по другую сторону, ты тоже переживаешь, что, не дай бог, но мы все тут тоже можем заболеть. Вроде бы все хорошо, все под контролем. Я потом это даю. Мы надеемся, что скоро уже это все закончится. Коронавирус наконец-то начнет угасать. Я уже тоже попила. Я хочу попробовать Польбекере, потому что я сейчас только... А там вообще нет начинки? Потому что там вообще нет начинки. Ну, если сравнить с пастелем, такая одинаковая у них начинка, клубника, малина. Пастель будет. Но... Не знаю. Что пастель? Вон, наверное, началось. Да, у меня тоже есть. Пастель. В общем, сейчас съем. Не хочешь перехваливать пастель, но как бы... Ну, оно само собой получается. Да, все это нехотя выходит. Нет, ну это однозначно нет? Просто булочка. Тут вообще начинки не чувствуется. А какой я не ела? Вот этот. Вот этот. Банановый. Да, уже наелась. Наш хомяк так и не вернулся. Мы уже за нее переживаем. Что она совсем убежала. Угу. Но если она убежала к соседям, это, наверное, лучше будет вариант. Ну, я проработал все варианты. И даже самое худшее, и что нужно делать. Если я найду кого-то холодного где-то. В общем, не знаем пока, что делать. Что, давайте еще раз. Что пропадать? Да, надо съедать самое вкусное. Эй, я это ел. Ты будешь кушать это? Ну, потому давай. Что выпечка потом невкусная. Тогда я вот это возьму. Это я ела. Это я ела, ты чего? Сейчас не надо. Так я съесть. Я смотрю на авиакруассан и вспоминаю, как было вкусно. Ничего страшного. Очень вкусно. Кстати, чай тоже неплохой. Ты какой взяла? Какой-то гринфилд, что-то там, лайм, мята, что ли. Ну, честно, я взяла как-то, что первая на меня смотрела, так взяла. Сегодня, кстати, была в Ашане. И протестила их новую фишку. То, что можно ходить с помощью приложения. Ну, не знаю, может, в других городах, но в Москве, наверное, это уже давно. Вот, но у нас я только вот увидела. И, в общем, ты заходишь, открываешь приложение Ашана и ходишь, сам сканируешь в это приложение свои покупки. И потом выходишь и сам же оплачиваешь с помощью этого приложения, вообще никак не контактируешь с кассирами. То есть все абсолютно делаешь сам. Это типа Ашан без очереди называется. Ну, вообще очень классная тема, мне очень понравилось. Я вообще люблю, когда вот что-то, ну, относительно Тюмени, он не такой продвинутый город,
Но все равно здесь постоянно что-то, именно какие-то новые фишки, они всегда у нас появляются. И вот когда у нас что-то такое появляется, то, ну, прям, мне прям это очень нравится. Какие-то услуги, какие-то там новые возможности. Не знаю, мне решиться еще на какой-нибудь или не решиться. Я уже, если честно... А, я не пробовала мингер. Вот я его И вообще, честно, я не знаю, может быть, я неправильно называю. Я тоже называю. Не ела мингер. Там, кажется, было написано handmade, что такое. Я тоже хочу мингер. Ну, попробуй, сравни эту фисташку с этой фисташкой. Ну, они, кстати, очень маленькие круассаны. Сила опала. Нет. Однозначно надо было начать... Самый с другого. Простой. Сейчас просто никакой не заходит, потому что какое-то простое тесто кажется невкусно. Вкусно? Да. Ну вот от тех первых круассан, конечно, ты прям насладился, прям получил удовольствие. А эти, это просто вкусные сладкие круассаны, как раз вкусные булочки. Ты бы поставила их, наверное, там первое, второе, третье место? Ну, первое – это пастель, второе – это польбекери. Ну, они вот как и стояли, в принципе. Потом идет вот этот мингер, а потом уже пекарня. Однозначно. Ну, в принципе, у мингера, кстати, у мингера дороже, чем у польбекери, но у польбекери однозначно вкуснее. Что у них что-то с круассанами, не знаю, замудрено как-то. И не круассаны, и не какие-то булочки, и что-то между. То есть нету такой хрустинки. Обычно круассаны, от круассана вот, вот пастель. У него пышность, сам круассан легкий, и сама начинка тоже. Она, во-первых, тоже легкая, не такая, да, там, как масло. Тоже такая воздушно-легкая, и ты кушаешь, и тесто, и начинка, все в каком-то балансе. А у остальных все-таки, ну, у польбекери все-таки больше, ну, в клубнике там что-то вообще с начинкой плохо, все равно больше тестость ты чувствуешь вот эту вот. Сдержанный круассан. Да, а у остальных, ну, здесь тупо тесто, а здесь, ну, что-то такое, не знаю. Может быть, кто-то любит такие круассаны, но для меня должен быть такой, для меня круассан должен быть такой, как пастель. У нас так получится, как будто мы делаем рекламу, но это реально, ребята. Хомяк уже просто. Ты без у соседей? Нет слов. Хомяк. Тоже наелась? Я нет. Я тоже наелся. А я нет. Но в пастель бы еще раз пошел. Да. Кстати, покажи коробку. Все равно, мне кажется, в эту стоимость и коробка тоже входит. Потому что, ну, здесь коробка, вот смотрите, какая. Они два круассанчика мне вот в эту коробку положили. Ну, естественно. Какого два круассанчика? Ну, просто такие эклеры, ой, такие круассаны, ну, реально стрёмно просто положить в пакет целлофановый. Вот эти, которые были. Поэтому у них все походу, выдержано. Всё это красиво. Же не два круассанчика. Ну что, у нас осталась вот такая вот картина. Сколько смогли, столько съели. Видео будем завершать. Спасибо, что его посмотрели. Спасибо, что посмотрели до конца. Надеюсь, вам оно тоже понравилось. У меня уже несколько видео на канале, поэтому вы можете их посмотреть, сравнить, писать какие-то дополнения, чтобы мы могли уже внести, что, может, могли поправить, и либо что вам уже понравилось однозначно, чтобы мы не меняли, это оставляли. Да, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите свои комментарии обязательно. Все, всем пока!